всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик, как всегда, отличнейшее настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод на карте Слендер. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Да, ребята, здесь у нас Слендер. Хотя я не знаю, есть он здесь или нету, но карта очень классная, атмосферная. Вот мы приехали на этой машине, оцените, какая у нас статичка, а? Серьезная, волжанка. Колеса приспустили, конечно. Ну, доехали. Дима, а, вот да. Две запаски есть. Ложи запаски, чтобы мы их не забыли. Давай прикрутим. Блин, тут пугаться надо, у нас настроение с диваном классно. Ну, ладно. Надеюсь, мы начнем пугаться. Так, чтобы не убежали никуда, понятно? Да, хочу ребятам показать здесь карту. Смотрите, какая классно. Дождик идет, все так очень атмосферно, реалистично. Я слышу, какой-то звук. Угу. Слышь, что, дверь открыта? О, здесь дверь закрыта, думал, открыта будет. Опа, написано, смотрите. Что было написано? Ключ, да, найдите? Окей, нет, надо ключ, чтобы открыть это. Так, ладно. Вот, смотри, тут напротив здания какое-то. Пошли, пошли. Да, так, ребятушки, у нас начинается говорят, переключение. Блин, ну классно. Карта, кстати, очень оптимизированная и классно смотрится. Аж бочку взорву. Жахнуло неплохо. Ну, это лестница. Так, ищем ключик. Надо ключ. Интересно, а что в этой карте нужно сделать? Какой смысл? Открыть ту калитку и что дальше? Я наверх, Диман, поднимаюсь. Я с тобой. Понимаю. Ой, это мы на крыше. Кстати, вот здесь может и ключ быть. О, еще одна запаска нашей машине. Скидываем все наниз. Точно, точно. Нам нужны запаски. Колеса спустили. Смотри, какие-то кнопки. Так, здесь. О, смотри, вон коробочка светится вверху, видишь? Да, берем ее, хватаем. А что она делает? Она просто светится? Прикольная. Что, надо запихнуть куда-то? Давай. Подожди, может кнопку надо нажать здесь? Нет, кнопки может, не нажимаются. Запихнуть куда-то надо. Вот тут карты есть. Во, карта. О, кстати, ребята, если вы кушаете, бьете, приятного аппетита. Чуть не забыл. Так, что карта нам говорит? Рассказывает. Нам где мы говорит находимся? Как ты думаешь, какое наше мы здание? Мы находимся... О, бери с собой карту с собой. Пойдем. Так, тут нечего делать, надо выходить на улицу. Ну, мы это здание изучили полностью. Да. Спать хочется из-за такой погоды. Да, ребята, если вы ложитесь спать, то спокойной ночи. Если вы проснулись, то доброе утро. Мне нравится так желать это. Так прикольно. О, еще одно здание. Блин, это куст, мне показалось, что это Слендер. Вот здание здесь. Вижу, вижу, иду. Дэдпул рулит. Может, тут найдем? Аптечка. Может, тут шкафчики открываются? Нет, давай так понажимаю я. Нет. Нет, не открывается. О, сральники. Или сальники. А, это души. У меня фонарик. А, это свет здесь мигает, я испугался. О, аптечка. А, меня дамажит какая-то фигня, меня убила. Ой, тебя мусорка загасила. Смотрите, какой Джокер красавчик. Так, а где ты? Кто здесь? Кто? Это Слендер? А Слендер может такой звук издавать? Не знаю. Кстати, вот тут ящики, на двоих поразбил, может тут стекла есть. Ключи. Стекла, дурозовик, короче, вообще жестко разбился. Прям грязь встрял. Слышишь этот звук? Да-да-да. А я боюсь. А я боюсь. Это не вот Слендер, это ли аниматроники, если честно, не понимаю. Мне кажется, это аниматроники все-таки. Эч! О, Димон, смотри, сюда можно. О, отлично. Это я хотел сказать конюшня какая-то. Конюшня. Ну, а чё? Перерабатывающий цех или что это по дереву что ли? Да, он пила стоит вверху, видишь, как бы пилит. Калитка открывается? Нет. Эта дверь тоже там не я открывается. Вижу кнопку какую-то внутри. Так, так, так. Сейчас мы здесь все проверим. О, смотри, наверх лестница есть. Что там пилой меня не убьет? Нет. Давай нету проверим. Здесь тоже ничего. Нам бы ключик найти. Я слышу стук вдалеке. Я тоже. Очень сильный стук. Ты дождь шумит так, толком непонятно звуки, но он есть. Да. Вы его не видите, но он есть. Да. Так, здесь закрыто. Не хочу. Уже стрельнуть, тут замок как бы такой нарисованы. Так, какие еще здания тут есть? Пошли дальше. Пойдем. Это все не то. Хочется пройти. Кстати, мы все карты, считай, с того проходим. Не было только карты, чтобы не прошли. Это хоррор, либо какая. Мы всегда до конца доходим. И эту тоже не про... Ой, пройдем. Я по лесу иду. Здание. Я по лесу иду, а ты где? Я сам остался. Да вот, я вот, рядом. Блин, я испугался, а чё сам?
тебя на дождю костюм блестит, намок, наверное, латексовый. Да. Вот здесь я, короче, сломал бочку. Доска вылетела, и можно перепрыгнуть. О, ты вообще крушитель стекол сегодня у нас. Да. Монтировочник. Я такой. Тихо. О, канистра. О, взрывай ее. Может, не надо? Надо. Ключи. О, кстати, смотри, здесь еще вниз есть дверь. Да-да-да, давай, спускайся. И че, она закрыта? Закрыта? Да. Давай я выйду, ты пройди, посмотри. А, я вижу, да, закрыто. Давай здесь исследуем все. Давай. Так, мне кажется, здесь ключ есть. Так, закрыто. Вот ключ. Смотри, конечно, не такой. Это фотка, это чья фотка? Разработчика. Я сейчас посмотрю. На какого-то мумитроля похоже. My photo is game. Вот разработчика полюбас. Вот же ключики лежат, не такие? Нет, гаечные нам не подходят. Где-то на видном месте лежат, мы их не видим. Блин, нам бы туда попасть, тут какие-то кнопки нажать. Ломай стекло. Не, нельзя. Блин, интересно, почему ж нельзя эту дверь открыть? Да, пробуем, ее можно удалить? Наверх пойдем, наверх тут. А, она даже не подсвечивается. О, пошли наверх. Пойдем. Я думал через С удалить, обмануть систему. Но нет, такое номер не катит. Нашел еще одну такую штуку, Димас. Смотри, светящуюся фигню. Что-то они дают, только что. Компьютеры здесь. Куча всего. Биотуалет. Ладно, стазис. Биотуалет. Биотуалет для Отто. О, тут лестница есть наверх. Нет, не ломается? Нет. Печалька. Ну, наверх можно забраться. О, здесь можно наверх забраться. Ты можешь доску как-то можно сломать. О, кстати, тут дождь через крышу проходит. Сейчас будет бабах большой. А, не, не взрывается? Блин, тяжело ключ найти. Я думал, будет легче. А, ну, можно тут дверь открыть или закрыть? О, давайте сделаем. О. А я, Димон, дверь открыл. Знаешь как? Ладно. Нажал С, там есть инлук. Да. Ну только это, я думал, здесь что-то есть такое сюжетное, здесь ничего нет. Понты дешевые. Может где-то труп какой-то лежит, и у трупа охранника может? Такое может быть? Тут смотри труп, и там электричество. О! А как ты это сделал? Это я не сделал, это. Я подошел, оно само резко. Я видел. Ты ничего не читерил, все честно. Смотри, здесь кровища. Ой, как жутко. Иди. Блин, страшновато. Духи. Димончик, давай потихоньку идти, я боюсь. Давай. Тихо. Здесь, значит, есть еще слендер или кто-то, потому что здесь, видишь, кровище. Опа. Заходи. Че ты знаешь, беспонтовый вход какой-то. А ну резко прям открыл. Смотри, а что ты там видишь? То, что я? Боже, что за наркомания. О. Вот так далеко отходишь, проходит глюки. Заходи туда. Не, у меня глючит оно не заходится туда. Это ты как открыл? На Е. Вот Е нажал, оно открылось. Так давай лучше. Так а что, что мы сюда пришли? Даже ничего нету. Здесь какая-то стрёмная тема. Так, значит еще тут ящик надо какие-то двери открыть. Вот еще. Здесь мы не были. Заходим. Бункерец. Забегая. Лампочка, радиечка. О, рычаги, они не поднимаются, не опускаются? Нет. Да ё-моё, что ж бедный Джокер сегодня, а? Развалил его стулом. Предметы какие-то слишком опасные, знаешь? Да. Тебя они сразу убивают. Не, рычаги эти не опускаются, не поднимаются, они даже не взаимодействуют. Я думал, что это дело. Вот здесь покрышки есть. Не, мы так ключи не нашли. Печально. Это был ключ? Точно, да. Я слышал звук такого открывания. Так, ребята, вы внутри. Здесь тоже очень опасно, по-любому. Ну, кровища не вижу. Они, блин, такой ключ делали, какой-то стрёмный. Так написали, да, коробку какую-то или что-то. Да, тут просто коробка светящаяся. Мы должны догадаться, что это ключ. Во, смотри, там что дальше. Вау. Можно... О, кнопка. Во. Ого. А как? Стоп. Может, удерживать надо? Она как поломанная. Смотри, нажимай. О! Я прошел. О! Да ё-моё. Сейчас.
О, тоже обхитрил систему. Есть, ребята, мы внутри. Мы достигли своей цели, как всегда. Проверяем ящики, по-любому у них что-то есть. О, еще двери. Здесь куча всего. Смотри, что здесь? Газировка, да, попить? Пустите 5 копеек. О, смотри, здесь какие-то механизмы, все такое интересное. Мне это нравится, я люблю такие карты. Какие-то с секретом. Но кнопки не жмутся. Печалька, я люблю кнопки понажимать. Знаешь, это ж похоже на телепортацию, как с Half-Life. Вот эти штуки крутятся, и телепортируешься. Так я опять нажал на кнопку, что она дает? О! Открылась? Да. Так, надо что-то еще здесь обыскать. О, кстати, наверх вот можно подняться. Да? Мостиком походить, да. Я хочу наверх. Кстати, здесь сади, робот. Камера, сзади который... тебя... А! Мать его женщина. Что они со мной делают? О, телепортатор запустился. Да? Ну, вроде как, да, тут все светится, видишь? Да-да-да, заработало, я вижу, да, свечение пошло. Что есть? Где же чик? Она же была, где она пропала? Так чисто убила меня и сняла? Вы мочить. А! Да опять! Высокое напряжение написано, хай вольтаж. Что, спускай меня, я полетел. Не, ну не работает. Тебе на что-то еще надо. Опа! Сзади. Опа. Ай-яй-яй. Гаси, Димон, не отпускай ее ни на секунду. Не отворачивайся. Ребят, мы должны ее убить. Есть. Yeah. Надеюсь, она одна здесь была. Смотри, какие у нее лапы красивые. Как у кури. Кто? Бонни! О! Бонька! Я не буду отворачиваться, мочи его, я вообще даже не двигаюсь. Хотя могу чуть-чуть. Пошел, пошел, пошел отсюда. Мы тебя не любим. Он когда умирает, рот открывает. Yes. Так легко, как я на диване, когда устаю ролики снимать. А выкидываю его. Встаешь, на мусорку. Встаешь, такой идешь ролики делать. Да-да-да, иду и ролики монтирую так вот утром. Эх, опять делать ролики веселые. Он сдох. Бонни убили, Чику убили. Надеюсь, больше здесь никого не будет. Ракету сигнальную запустим. Мне кажется, никто не видит. В такой туман ее никто не увидит, твою ракету сигнальную. Может, он повешался, Димон? Вот может. Давай проверим. Опа, не отворачивайся, Димон. Я боюсь. Не отворачивайся. Я голову, голову, главное в голову стрелять. Есть. Оксюшкин, ты хороший был мальчик. Ты нам нравился. Он звуки какие-то издает. Парень неплохой, только сыся и глухой. Хорошая фраза испокон веков. Че, пошли дальше. О, смотри, тут пляж какой-то, иди сюда. Old Beach? Да. Старый пляж? О! Я люблю покупаться. А вода чистейшая. Я здесь. О, Фредди! Смотри, какой он красивый! Ну не отворачивайся, Димон! Красавец! Я на него смотрел, прямо глазами. А! Я вообще бы такой в доме где-то зашкирился бы и поубивал их всех. Опа! Опа-на. Мочи, 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 мочи. Есть! Еще гол, Фредди, его братушка пришел! Димон, гасю его, гасю. А он сзади меня, наверное. Я слышу, как он кричит в лесу где-то. Он мне жрет, вообще пожирает меня. Он тебя любит. Я тоже. Сейчас заряжусь. Ай-яй-яй, только не на меня. Есть, Димончик. Я его на жопу высадил. Так, ребята. Слендера нет, но есть аниматроники. Где же Слендер? А представь, они убили Слендера. Тут... Опа! Здорово, кентушка! Ребята, напишите в комментах, смогли бы аниматроники убить Слендера? Мне даже интересно. Мне кажется, смогли бы. А Манго, а чё она залипла? Тихо, баллон боевка. Да уходи ты! А! Коняка! Как мне написали, Манго самая дерзкая. Знаете, я с вами, ребята, соглашусь. Смотрите, вот она. Красотулечка, ты наша. У тебя фонарик запускается? Нет! Я ничего не вижу. Тут где-то бегает этот мелкий. Да, мелкий. Мелкаш. Мелка. Я ничего не вижу. О! А, это молния. Ребята, это страшно. О! Вот, ими ты пыхнул, слава богу. На ей!
Я убил ее. Да правильно сделал. Ты что, я там вообще в лесу заблудился? Трех соснах потерял. Вот он. Ох, мы его крышу. Смотрите, ребята, какие искры валят. Да на тебе. Тебя не убил, не? Ой, там шарочная летать сейчас будет. Получил. Есть. Хоть фонарики нам не будут теперь отключать. То без фонарика нерезонно как-то. Еще ночью в лесу без фонарика. Мях. Смотри, там что, Димас. О! Вот этого здания. Ее ж не было здесь. Жизнь, а будет, жизнь отниматься? Не знаю. Подожди, Е нажать. А я нажимаю Е. Мы заводим ее. Винтап. Не, Димончик, не могу открыть. Димас, бежит. Ай-яй-яй-яй. Ребята, уходим. Это фиолетовый человек. Это убийца детей. Сбивает. Это убийца детей. А где он? Его нету здесь. Блин, ребята. Блин, жесть. У меня аж мурашки по телу от страха. Не знаю, испугались вы или нет. Я очень испугался. Вот говнюк, блин. Фух. Давай его убьем. Открывай. Фиолетовый человек. Фиолетовый человек. Опа, я наверху. Меня не убьет. Димон, смотри. Он за мной. Он за мной. Я вижу. Он неадекватный, он даже не... Ну какой-то быстрый. На него даже когда смотришь, он не реагирует. На удивление, он здесь бегает, а аниматроники не бегают. Ты заметил? Да, как он делает это? Он вообще какой-то дир. Мы его убили. Нет, мы его не убили. А, ребята. Где он? Дима, он тебя полюбил. Я вижу сильно это чересчур. Он не убивает. Так, я на этой коробке стою. О, привет. Fuck you, shit! What the fuck? Что это было? Я его боюсь, что огня. Я его боюсь. Так, колеса мы запаску принесли. Надо колеса, короче, качать и валить отсюда. Да, валим отсюда, заполняй колеса. Не, ну, надо его убить. Димончик, давай убьем его. Я так не оставлю этого говнюка одного. Он будет здесь других людей убивать? Оба-на, а что это оно тут появилось? Че, на голове у меня решило? Ты че, на голове у меня решило появиться? О, заводится! Фиолетовый человек! Где он? Где он? Я его не вижу. Ай! Тоже Димончик не вижу. Он тпхается. Ай, он тпхается. Веди его сюда, я буду его... Короче, надо на машину запрыгивать, Димон. И колесами по голове ему, скатами. Он нас бьет так. Вот он. О, быстрый. Вот он. Смотри, что он делает. О, в итоге марионетка пришла. Вон он, вон он. Да как его можно убить? Надо в двух сторон. Надо и там смотреть, в ту сторону и в ту. Давай. Да. Ах ты, ё-моё! Ребята, смотрите, как он Джокера сегодня мочит. Он вообще какой-то неадекватный. Давай в здание заведем. Вот, вот тут он мне не достанет. Запрыгивай, давай подвинусь, запрыгивай. О, можно на контейнер еще запрыгнуть. Давай на контейнер. А где он? Не знаю. Контейнер, прыгай. Ах ты, ё... Он внизу! Ты его убил! Так, была еще марионетка. Да, марионетка где-то. Но ее убить очень сильно. Какой-то стрёмный лес вообще. Я здесь больше не задержусь ни на секунду. Садимся в нашу разбитую тачку с разбитыми колесами и поехали. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.